Скажи, всем привет-привет! Посмотрите, какой я костюм сделала себе. А что мы будем делать? Давай снимем. Ой. Ну что ты так дергаешься? Присядь. Что мы будем делать? Что мы будем делать? Опа. Присядь. Всем привет-привет! Что мы будем делать? Что это? Ты знаешь? Давай ручку. Ручку мне давай. Будем стричь ноготочки. Так, ручку вот сюда. Вот так. Оп. Специальные детские ножнички. Просто много кто пишет. И мы были на эфире и спрашивали, а как мы ногти им подстригаем. Вот, пожалуйста. Вот так и подстригаем. Сейчас пилить будем. Давай, ты любишь это дело. Да. Пилить. Вот так. Какая красивая девочка, да. Ну ладно, не надо. Это ты же там, что ты не умничаешь? Просто мы на камеру не снимали никогда. Давай, будешь красавица, такая красавица. Не сиди. Не слушай никому. Ты же знаешь, что няня все равно тебе сделает то, что хочет. Подстрижет. Вот, зевает она, зевает. Сразу спать захотела. Вообще ногти не надо подстригать, не подпиливать. Все, мы сразу спать хотим. Это ты там? Ты чего? Ты себя не узнала? Видео? Видео снимаем, ролик с тобой, как ты пилишь. Нет, сиди. Потом пообнимаемся. Сядь. Не кушай, сядь. Не трогай. Без телефона, конечно, это намного спокойнее. Она так отвлекается, думает, ой, меня снимать не надо, папарацци. Да, ты проверяй. Нормально? Уже думаешь, нормально? Я думаю, нет, надо еще вот тут чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, видишь? Да, проверила. Все хорошо, все замечательно. Вот так, раз, последний. Не кушаю. Ну, это ты там, ты чего? Сядь. Что это такое? Да никого нету там, сядь. Дергается, когда собаки там лают. Гав. Сядь, кто там писал? Кто-то там писал, что ли? Никого нету. Нету никого. Мама с братом на работу уехали. Детки в комнате уже со школы пришли. Да. Ты видела их? Дядьков нету. У нас такие сторожевые вон. Сядь, Ники, сядь, пожалуйста. Это что такое за вертики? Не трогай телефон. Дай вторую ручку. Ну, сядь нормально. Ну, что ты как это? Как будто в первый раз, в первый класс. Не сильно глубоко подстригаем ноготочки, так как у них кожица мягкая находится. Вблизи. Папа, передал. А, все хорошо. Все хорошо. Папа никто не передал таблеточку. Я совсем даже аккуратно, видишь, сейчас на ножках подстригу. Да, я вообще, я сама аккуратная, ты же знаешь прекрасно. Няня тебе сама-сама аккуратненько будет лечь, делать. Ну, кушай, посиди, пожалуйста. Луна, и тебя ждет очередь обязательно. Закрылась, сядь, пожалуйста. Что это за такое? Чуть-чуть осталось, не кушай. Ники, не трогай ножницы. Маникюр, маникюр. Вот скоро будем ходить на маникюр. Будешь какой цветом будем красить? Как ты думаешь?
А? Какой цвет сделаем? Розовый, красный? Да, это ты там. Красавица. Самая красивая в мире. Да, выбражулька. Нет, я еще так не подпилила. Вот, молодец. Ты у меня умничка. Это нужно, это повседневно. Это обязательно так нужно. Да, теперь на ножках, как ты хотела. На ножках, ну-ка смотри, на ножках, как у нас тут обстоят дела. Оп. Опачки. Ой, какие красивые у нас. Ногти-то какие красивые. Так, ну это-то мы сломали, да? Мы сломали, подстригать, подпилим его. Тут у нас взяла и отключилась. Видео, да? Взялась и отключилась. Странно как-то. Зачем она так сделала? Все просто идеально. Да, конечно, ну как ты хотела, моя малышка. Все почистим. Ножнички, смотрите, такие закругленные носики, чтобы, не дай бог, не порезать. Потому что вертится шустрая, очень-таки шустрая. Проверяй. Проверяй вот этот. Нормально? Пойдет так? Так пойдет? Скажи, няня, пойдет. Скажешь? Вот последний вот этот большой стал. Большой. Подпилим, красоту навели. Все, на дискотеку пойдем. Пойдешь на дискотеку? Сейчас мы за тобой тут метеримся вот так вот. Нет, не пойдешь ты на дискотеку. Что-то плохо няня сделала, что ли? Нет, нормально. Все, вот, посмотри. Оба, все хорошо, ничего не царапается, все идеально. О, как идеально. Вот она, как идеально все. Да, ты такая красавица. Покажи себе, какой маникюр сделала. О, какой. А педикюр, покажи педикюр. Вот такой вот педикюр, посмотрите-ка. Вот, все, все, красоту навели. Все, мы пошли дальше делами заниматься. Квадратом. Какая ты непривилегливая. Ой, и форма та же осталась, и красить не нужно, и гель наносить не надо. Ну ладно, с вас 350 дархам бриллиант. Все вместе. Да. Ники, денежку доставайте, кстати. Забыла вам сказать, что вы мне должны. А вы мне должны. Все? Сидеть. 5 минут записи. Дай подумаем о хорошем. Ой, чтобы все хорошо у всех было. Куда ты пошла? Ты куда-то пошла без меня. Ты куда-то пошла без меня. Хохотушка. Ты моя хохотушка. Вот мы ее замучили. Вообще замучили, замучили. Вот такой вот замучили. За Молдышкину. Ложись. Ложись, я тебя почешу. Ложись, я тебя почешу. Давай. Не хочешь? Я тебе давай посекачу. Ладно, всем хорошего дня, хорошего настроения. Всем пока-пока. Спасибо, что были с нами. А у Луны ногти подстригаем вот так. Все, сиди, сиди. Села. Потому что мы вертимся. Давай уберем, потом возьмешь. Потому что такая шустрая. Тем более тут ножнички, да, посмотри. Убери пальчик этот. Вот. Раз пальчик, давай второй. Второй пальчик. Оба. Давай третий пальчик. Четвертый хороший. Пятый. Вот так. Молодец. Садись. Ой. Няня шесть. Наделает. Сиди, давай. Так, чтобы тебе видно было. А то тоже же просят. Спрашивают, как ты сидишь. Держишься, не держишься, вертишься, кусаешься, поди. Нет, они уже знают свое, как бы. Убери, не надо помогать мне, пожалуйста.
Вот прячется в халате. Ку-ку, Луна, ку-ку. Где Луночка? Зачем ты грызешь, когда я уже подпилила, я уже обстригла? Смачиваешь? Вот так, красота какая. Ну надо же. Так. Я сама знаю, как пилить, правда? Сама все знаю. Без тебя, няня. Села. Луна. Ты знаешь, это не шутки. Села. Ножки давай сюда. Все, сиди. Я не играю сейчас с тобой. Я на полном серьезе тебе делаю маникюр. Потом будем делать педикюр. Так, это у нас идеально. Подстригаем он часто, но... Ты сама будешь? Давай, спросите. Ой, как хорошо, как молодец, молодец. Сама, видите, да? Вот. Мы сами, все сами, с усами. Давай, давай. Не, Луна, перестань. А может, мы попробуем сесть? Сильно вертеться. Ну-ка, давай. Все, давай ручку. А, вот, все замечательно, что я стоя стояла. Но, помощница. Помощница моя, помощница. Ножку давай. Ножку теперь. Проверила, все нормально? Все супер-пупер. Опачки. 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 Зачем, скажи, ты так говоришь, да, упачки? Ну просто отвлекаю так типа тебя разговором. Ой, самостоятельность вот это вот. Можно я подстригу, подпилю вам? Луна! Халас! Ладно, сама сделай. Да, вот уголочки остренькие, их надо раз подпилить, чтобы ты сама себя не поцарапала, чтобы они тебе...